Так, кажется, все готово к празднику. У нас сегодня важная дата. 600 дней, как наши хозяева дома подписали самую выгодную сделку за последние 80 лет. По условиям этой сделки хозяева получили ни много ни мало целую страну. Некоторые детали мне известны. И я с гордостью о них расскажу. Эта сделка называется «Ленд-лиз». Мы остановились с вами на том, что я рассказывал наиболее вероятные способы возврата долга. Они либо маловероятные, либо никогда не покроют весь объем даже уже предоставленной помощи. Вашингтон избрал четвертый путь, который предполагает использование земель. В настоящее время Украина получает военную помощь из федерального бюджета США по трем программам. Инициатива содействия безопасности Украины, USAI, внешнее военное финансирование, FMF, и пополнение запасов оружия США. Основной программой поставки вооружения для Киева является инициатива содействия безопасности Украины, USAI. Изначально Конгресс США выделил на это направление 800 миллионов долларов. На момент сентября 2023 года на поддержку Украины Вашингтон потратил больше 80 миллиардов долларов. Вдумайтесь в масштаб. Это почти столько же, сколько было потрачено Америкой на СССР в годы Второй мировой войны. Если переводить на современный курс, конечно. Еще в декабре 2022 года правительство Украины заключило договор с американской финансовой компанией BlackRock и банком JP Morgan. Официально заявляется, что он необходим для координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины. Но по факту это покупка всех секторов экономики по дешевой цене. За закрытыми дверями президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк обсудили то, как именно будут восстанавливать Украину. На сайте киевского правительства появилось такое вот сообщение. Зеленский и Ларри Финк договорились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики. Известно, что в 2023 году состоялся визит на Украину части руководителей компании для выполнения своих консультационных обязанностей. В рамках заключенного соглашения предполагается привлечь в страну государственные и частные инвестиционные проекты. А теперь важно. Оплата услуг компании будет происходить не за счет США и вряд ли из денег Украины, которых у нее нет. Киев уже получил от Вашингтона почти 20 миллиардов долларов для прямой бюджетной поддержки правительства во избежание дефицита и полного банкротства страны. Основополагающей задачей проекта Фонда развития Украины является привлечение инвестиций и получение прибыли после восстановления Украины. В сделку вошли лучшие из лучших. Американская частная компания по управлению инвестиционными фондами Vanguard Group забирает под свое влияние энергетический рынок страны. В конце апреля 2023 года председатель правления «Нафтогаз» — это украинская государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа — заявил, что компания увеличит добычу ресурсов и сможет заменить российские поставки в Европу. Все это возможно будет благодаря продаже активов иностранным гигантам «Шеврон», «ExxonMobil» и «Halliburton». Во всех трех компаниях Vanguard имеет больше всего акций, то есть по факту контролирует и направляет их деятельность. После приобретения активов украинских энергетических предприятий Vanguard станет монополистом в нефтегазовой сфере страны. Совместно с BlackRock, про который мы упоминали ранее, Vanguard по состоянию на 2022 год скупили почти 17 миллионов гектаров пахотной земли Украины, примерно 52% от всех сельскохозяйственных территорий страны. Именно поэтому значимость зерновой сделки в глазах всего мира так высока. Тема земельных ресурсов Украины особенно актуальна в вопросе возврата долга. Земля позволяет владеть инициативой не только в политических вопросах, но и определять назначение этих самых земель. Здесь могут развернуть свою работу заводы крупнейших американских компаний, при этом использовать дешевую рабочую силу. На земле, тем более такой плодородной, можно выращивать не только зерновые культуры, но и даже
медицинскую марихуану. Мистер Зеленский охотно поддерживает эту инициативу. Он говорил: «Мы должны, наконец, честно легализовать лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство». Также выращивание каннабиса вписано и в стратегию экономического восстановления Крымского полуострова, которое должно начаться сразу после его силового захвата. Руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас открыто говорит, что ряд международных компаний, включая, например, канадские «Аврора Cannabis» и «Canopy Growth», уже готовы сотрудничать с украинскими производителями. А у филантропа Александра Сороса другие планы на использование земель. Совместно с офисом президента Украины он заключил сделку, по которой Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi получают право бесплатно и бессрочно утилизировать опасные доходы своих производств в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. DuPont, к слову, входит в холдинг BlackRock, про который я упоминал ранее. Также в том же холдинге состоят такие известные компании, как Cargill, Monsanto, Burisma, Camec и другие. BlackRock настолько огромный, что даже в одном из отчетов The Wall Street Journal было изложено, что BlackRock и подобные ей фирмы используют свои огромные капиталы для скупки домов на одну семью и поднимая цены в процессе. Цитирую. Вышеупомянутый рост цен имеет два непосредственных экономических эффекта. Во-первых, более высокая стоимость жилья выгодна для объектов, уже принадлежащих BlackRock, особенно в районах, куда фирма вложила значительные средства. Второй эффект заключается в том, что искусственно высокие цены вытесняют работающие семьи, оставляя единственными игроками на рынке только богатых или инвестиционные фирмы с огромными суммами капитала в их распоряжении. Говоря проще, фирма BlackRock будет способна буквально управлять не только землями, но и всей недвижимостью Украины. BlackRock не случайно развивается на территории Украины. И не просто частная компания, это проект Белого дома, а также тесно связана с семьей президента Джо Байдена. После победы на выборах в 2020 году Джо Байден взял в свою администрацию топ-менеджеров BlackRock. Брайан Дис, занимавший пост руководителя международного отдела устойчивого инвестирования BlackRock, был назначен директором Национального экономического совета. Это орган, координирующий внутреннюю и внешнюю экономическую политику США. Ранее Брайан Дис был советником президента Барака Обамы. Помощником министра финансов США стал исполнительный директор BlackRock Эрик Ван Нострот, а инвестиционный эксперт BlackRock Майк Пайл стал советником вице-президента США Камалы Харрис. Адевале Адеемо, старший советник по макроэкономике и геополитике Ларри Финка, главы компании BlackRock, стал заместителем министра финансов правительства США. Как и Брайан Дис, Адевале Адеемо уже занимал должность в рядах администрации бывшего президента Барака Обамы, занимаясь афроамериканской общиной во время избирательной кампании Джона Керри в 2004 году. К этому можно добавить, что Кристофер Хайнс, пасынок Джона Керри, работал вместе с сыном Джо Байдена Хантером Байденом в украинском газодобывающем холдинге Burisma. Именно там Хайнс оказался замешан в знаменитом скандале на Украине. Хантер Байден стал членом совета директоров в украинском газодобывающем холдинге Burisma в тот момент, когда его отец, Джо Байден, занимал должность вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Сам Хантер считает, что, возможно, его пригласили на эту должность именно из-за его фамилии. Цитата из автобиографии Хантера Байдена «Прекрасные вещи». «Нет сомнений в том, что мое имя было желанным мандатом. Это все было именно так. Вы думаете, кто-то из детей Трампа пытался получить работу вне отцовского бизнеса, да так, чтобы его имя не принималось в расчет? Мой ответ всегда был таков – работать еще усерднее, чтобы мои достижения рассматривались как мои собственные». Несмотря на все слухи и рассекреченные
материалы с ноутбука Хантера Байдена, влияние американского правительства настолько велико, что за взятку в миллиард долларов удалось уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело против коррупции в Бурисме. Во взаимодействии правительства и крупного бизнеса у Америки есть друзья в ФБР. Например, в 2008 году вместе с швейцарским Credit Suisse Group BlackRock купил за 50 миллионов долларов акции компании Камек, принадлежащей израильскому миллиардеру Дану Гертлеру. Компания Камек занимается добычей алмазов, меди и кобальта в Конго и Зимбабве, а теперь работает и на Украине. Некоторые считают, что компания официально включает в себя эксплуатацию рабочей силы и чуть менее официально детский труд и экологический ущерб. И даже это не помешало им получить инвестиции от правительства США. В основном благодаря Луису Фри, бывшему директору ФБР и лоббисту интересов израильского миллиардера Дана Гертлера. Со своей стороны, Луис Фри, безусловно, может похвастаться надежным сотрудничеством с Джо Байденом и такими успешными делами, как спасение некоего румынского бизнесмена. Результатом этого стала выплата 100 тысяч долларов двум племянникам президента Джо Байдена со стороны бывшего директора ФБР Луиса Фри за ведение очень прибыльного бизнеса. Я раскрыл лишь некоторые детали нашей большой сделки. Сделки, за которую точно не стыдно.